Всем привет! В этом видео мы узнаем о самых редких животных. Не забудь поставить свой лайк и подпишись на канал. Всем приятного просмотра! Солнечный малайский медведь. Малайский медведь или солнечный медведь является единственным видом в своем роде. На фоне представителей семейства медвежьих он относится к самому мелкому и редкому виду. Высота его достигает 50 до 70 сантиметров, а масса 27-65 килограмм. Полосатый земляной волк. Земляной волк относится к семейству гиен, и благодаря своей привычке обитать в норах он и получил себе такое название. Весит земляной волк от 8 до 15 килограмм. Снежный барс. Внешне напоминает белого леопарда, но мельче и имеет длинный пушистый хвост. В давние времена из-за схожести внешнего вида их называли снежными леопардами и даже считали представителем одного вида. Однако снежные барсы не имеют родства с леопардами. Гигантская мягкотелая черепаха. Вес ее составляет 200 кг, длина до 102 см. Почти всю жизнь находится в песке, питается креветками и крабами, а также мелкой рыбой. Дальневосточный леопард. Это самый редкий из подвидов леопардов. Длина его тела составляет 107-136 см, вес до 50 кг. Флоридская пума. Самый редкий подвид пумы. В 1970 году в дикой природе насчитывалось лишь около 20 пум. По подсчетам 2017 года насчитывались 230 особей. А вот мы и подошли к концу видео. Если тебе понравился данный ролик, то поставь ему лайк и подпишись на канал. Всем удачи, пока!